Победа в югорском противостоянии осталась за сургутянами. В Ледовом дворце прошли две игры первенства страны среди спортивных школ по хоккею. Местный олимпиец принимал соседей из Когалыма, команду «Северные охотники». Первый матч прошел в упорной борьбе. Хозяева открыли счет на 12-й минуте. Отличился Артем Андрусенко. Гости отыгрались в конце второго периода. Шайба на счету Данила Лузина. В остальном отлично действовали вратари обеих команд. Победитель определился лишь в серии буллитов. Два очка олимпийцу принес бросок Альберта Мухамедярова. Есть небольшие проблемки, то есть у нас немножко короткая лавка, этим сказывается. Плюс ко всему у нас в составе 6 человек 7-го года, мальчишки помоложе. Плюс ко всему мы первый год участвуем в первенстве России. Вот эти все нюансы складываются. Не хватает немножко опыта, игровой дисциплины. Вот такие вот нюансы, они сказались. Повторный матч начался под диктовку гостей. Забитая Вячеславом Куцмусом шайба на старте матча долгое время оставалась единственной. Несмотря на активный прессинг у чужих ворот, хоккеистам олимпийца долгое время не удавалось вскрыть защитное построение когалымчан. В конце второго периода сургутяне все же сумели воспользоваться ошибками гостей. В течение минуты в ворота северных охотников влетели две шайбы. А в третьем периоде это преимущество хозяева льда удвоили. Итог повторной встречи 4-1. Олимпиец сохранил за собой текущее третье место в своей возрастной группе первенства страны. Играли там до гола, кто забьет. Ну, мы забили два. Там. И этим немножко уверенности себе внушили. Мы довели до победы. Ну, осталось чуть меньше половины чемпионата. Много хороших команд, много сложных игр будет. Так что играем в каждой игре на победу.